Почему со временем человек начинает хуже слышать? Можно ли это предотвратить и куда обращаться? Доктор ответит на все ваши вопросы. О болезнях органов слуха поговорим в программе «Звоните доктору». В студии главный оториноларинголог Минздрава Самарской области Татьяна Владимирова. Программа «Звоните доктору». Смотрите 9 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС». Телефон прямого эфира 8 846 202 11 22.